Короче говоря, играем в какую-то крысу. И чего мне искать? Вопросик за 28 роботов. А вы не офигели? Меня эта крыса не найдет. Это что? Крыса? Лохушка. Лохушка. Скамим крысу. Короче говоря, играем в какую-то крысу, часть 2. Кто-то мне в комментариях писал, что для того, чтобы пройти эту игру, нужно найти какой-то сыр. Собственно, пойдемте искать какой-то сыр. Я заблудился, блин! Где я? Кто я? Чё я тут делаю? О, вот и сыр! Вот такие нам сырочки нужно искать. Пошлите искать тогда. Блин, а где сыр еще может находиться? Классно, меня сожрала крыса. Ты, слышь? Эй, меня не поймаешь. Поймала. Так, какие-то стрелки. А как я пойду туда, если тут тупик? Блин, страшно. О, там что-то есть. Что-то там было. Ух, ё-моё, побежали. Скажите мне, пожалуйста, как я побегу туда, если тут стена? Так, не дай бог, она сейчас, эта фигня, на меня набежит. Я откинусь сразу. Господи, ты меня чё пугаешь, чел? Куда бежим? Туда? Ты кто такая? Ты чё? Черная какая-то. Ты кто? Чубик какой-то. О! Двинулась. Ух, ё-моё, бежим. Пока. Ладно, побежали по коридорам. Ты чё? А чё так темно-то? Лампочки что ли не поменяли? Текс. Господи! Ой, девочка, привет! Привет, девочка, стой! Куда ты бежишь? Туда? Привет, папа! Она от кого-то бежит! Она будет идти впереди, если что, ее съедят! Первой! Давай, девочка, беги вперед! Ты будешь моей наживкой! Давай, будешь привлекать внимание монстров! О, привлекла! Все, пока! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Догоняет! Ой-о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 й
Ладно. Ой-о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 й
Ну все, приплыли. Ой, привет! Привет, одеваться-то мне некуда. Ёб твою налево. Ты чё, андроид? Ой, опять ты меня убил. Все, идите вы нафиг. Короче говоря, становлюсь good girl, вторая часть. Итак, для начала нам нужно составить мне прекрасный скин. Ребят, ну вы посмотрите, это же идеал совершенства. Что ж, пошлите на сцену. Встречайте, я Шанель номер один. В смысле один? Какого фига? Два? Вы чё? Вы с ума сошли? Сахарок, в атаку! Есть пробитие. Короче говоря, ищу себе маму в адопте. Ищу маму без шея. Я. Мать, ухаживай за мной. Я мама. Нет, блин, папа. Ой, меня мать на ручки взяла. Стоп. Чего? Ты из ТТ? Нет, блин, я 3 года в лайк снимаю. Я хочу спать, неси меня домой. Окей. Сразу видно, заботливая мамочка бежит укладывать своего ребенка домой. Правда, меня укачало.
Какой-то домик, конечно, не о... Куда делась? Мать меня бросила! А где моя комнатка? Какая-то мать попалась не очень хорошая. Сбегаем от нее. Пока. Короче говоря, у меня закончились все деньги, и поэтому я решил устроить себе отпуск в Роблоксе. Я уже подготовил свой чемоданчик, поэтому поехали в аэропорт. Но так как я сегодня VIP, я поеду на крутом лимузине. Поехали. Ой, мамочки. Только я не умею им управлять, ну да ладно в целом. Короче, я нечаянно утопил свой лимузинчик, поэтому поедем на лошадях. Спустя 200 тысяч лет я нашел аэропорт. О, бизнес-класс, ничего себе. Все, я могу релаксировать. Короче, будем считать, что мы типа прилетели на наш отпуск. Сейчас нас должна забрать очень крутая тачка. Вопрос, где моя суперкрутая тачка? А вот и мои шикардосные апартаменты. Ой, ой, это мой консьерж, извините. Добро пожаловать в мои шикардосные апартаменты. Здесь я буду жить весь свой райский отпуск. Смотрите, как развалился. Тут первый этаж, тут столик, можно пожрать. Туалет. Как раз после аэропорта как-то живот пучит. Это, конечно, все круто, а где мой дом? Где моя шикарная вилла? А вот она. Так, ладно, не... А как мне проникнуть? Вопрос, как мне проникнуть в мой дом? Опа, проникли! Так, там пока что мои рабы что-то делают. Деньги! Ой! Нет, меня выгнали отсюда! Короче говоря, коплю робоксы на карте Please Donate Me. Первая часть. Итак, для начала я поставил свой стенд с геймпасами. И теперь все, что мне остается делать, это ждать, когда мне хоть кто-нибудь задонатит. По итогу, спустя 2 часа, я накопил целых 0 робоксиков. Но я не отчаиваюсь, и завтра я снова приду и буду копить.